слышали фразу «Ваша киска купила бы вискас». Сегодня есть возможность эту мечту реализовать. Приводите свою кошку сюда, ведь мы на выставке кошек. Мяу! Расскажите, пожалуйста, что у вас за мастер-класс, чем можно заняться? Итак, ребята, мы сегодня будем делать вот такую красивую штучку вот такую с техникой декупаж. Все, ждем, когда высохнет, да? Да, сейчас пока гуляете вот так вот. Итак, мы сейчас ищем самого богатого владельца кошек. Смертельный номер. Да, Сай, где здесь самый богатый владелец кошек? Где самая дорогая кошка? Есть? Знаете, где здесь самая дорогая кошка? У него шторка круче, чем... Блин, я хочу такую машину. Смотри, она идет. Так, это Мейн-кун. Самый большой кот. Нет такого здоровья. Сколько стоит Мейн-кун? А, 80 тысяч рублей. Я думал, 1080. 80 тысяч рублей? Вот он, ребята. iPhone X. А что это за порода? Ориентальная. Ориентальная? Она дико крутая. И ориентальная. Как шелком покрыт. Есть реальная история, которая... Мне кажется, прогремело на весь интернет, где один парень обменял обычную скрепку в итоге на дом. Как мы узнали сейчас, он даже дом потом обменял на самолет. Мы попробуем пойти таким же путем на выставке кошек. Мы помогли немножко детям, сделали красивую штучку декупаж и уже обменяли ее на первые бонусы. У нас здесь пакет корма. Попробуем обменять пакет корма на что-то покрупнее. Если получится обменять еще на что-то покрупнее, то мы попробуем все это дело потом продать на аукционе, на сцене. Договоримся сделать это как-то публично. Вот мы пришли к вам, чтобы обменять вот этот пакет на что-нибудь дороже, чем в этом пакете. Пожалуйста, это вам. Пробуем продать дороже. Роял Канин всемогущий. Так, спасибо большое. У нас чейндж. Мы поменяли Роял Канин на сливочный щербет из Дары Кубани. Бум. Супер! Лиса обыкновенная. А лиса относится к кошачьим? Или лисячим? Лисичка. Там Зена. Там, по-моему, 18+. Из Дары Кубани. Берем кубанский щербет в суд. Дорогие друзья, давайте вот просто все, кто сейчас здесь с нами остался, подарим аплодисменты прекрасной девушке, которая решила купить кубанский сливочный щербет за 650 рублей и все деньги направить в фонд. Вы золотая женщина. У вас самая крутая мама. Запомните это на всю жизнь, хорошо? 1000 рублей отправляется в фонд. Я помогаю детям на подарки, потому что день рождения у них не за горами. Спасибо вам большое. Именно так.
так мы побывали на выставке кошек, где действительно огромное количество развлечений, особенно для детей. Мастер-классы, цирк и другие творческие направления. Но помимо всего этого, именно здесь, на выставке кошек, вы можете помочь детям с фондом «Я помогаю детям» и помочь кошкам, потому что здесь огромное количество приютов. Дорогие друзья, вы не должны пропускать именно это событие, где можно просто помогать.